Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал Зиппо и не только. Ну а мы продолжаем собирать наш додж. Ну, как вы видите, сегодня у нас выпуск номер 19. Наша картонка. Без нее вообще никак. Так, быстро про журнальчик пробежимся. Скажу, опять же, вкратце, что здесь описывается про семью Доминика Торетто. Вот. Здесь Джордана Брюстер, которая исполняет роль в фильмах «Форсаж», сестру Доминика Торетто. Такой небольшой винильчик. Классный, красивый очень. Здесь у нас спорочка. Прайс Кары Додж. Ой, прайс. Пейс Кары Додж. На гонках 500 миль Индианаполиса. Скажу вкратце, что в самый разгар эры маслкаров компания Додж создала Додж Челленджер, который стал официально пейскаром на гонке 500 миль Индианаполиса в 1971 году. Так. Ну что же, приступаем к нашей любимой сборочке. Сегодня у нас будет сборка двигателя номер 7. А именно, сегодня на данном этапе мы будем устанавливать с правой стороны двигателя трубы выпускного коллектора соответствующие цилиндрам с четными номерами. Если вот так, в 18 выпуске мы собирали по нечетным числам, номерам, то сегодня это будут у нас 2, 4, 6 и 8. Также мы установим двигатель на уже собранную часть шасси. Вот так. Откроем, посмотрим, что это у нас тут. Ну, в принципе, тут у нас абсолютно то же самое, что и было в прошлом выпуске. Так, давайте сразу возьмем наш фланец. Там что-то браться не хочет. Вот, достали. Металл. Вот. Буковка R. Буковка R. То есть правая сторона. Берем, значит, вот в таком положении, чтобы вот этот штифтик у нас находился как бы слева, с левой стороны. Так, давайте сейчас сразу быстренько трубки разложим. У нас вот так, вот так, вот так и вот так. Так, ну а мы берем, сразу достанем винтики АП. Вот АП. И теперь нам нужно будет взять вот эту самую маленькую трубку и установить вот сюда. То есть поставить вот сюда. Вот так. Так. В общем, и закрутить на один винт АП. Так, ну вот и все. Теперь берем следующую трубку. Кстати, посмотрите, она у нас вообще какая-то облезшая с внутренней части. Да, дела. В общем, вставляем ее вот сюда. Вот так вот. Ну и также закручиваем на один винт АП. Вот и все. Берем нашу следующую трубку.
Также вставляем ее. Так, как она у нас получается? Так. Да. Вставляем вот сюда. Вставляем вот сюда. И также закручиваем на один винт АП. Так, ну все. Теперь берем оставшуюся нашу трубочку. Вставляем в таком же положении. Так, ну ладно. Что-то пока непонятно, что у меня получается. В общем, вставляем вот так и закручиваем на один винт АП. Так, ну что ж, вот и все. Прикрутили. Такая вот у нас опять же паутина непонятная. Так, попробуем собрать из этого что-нибудь. Это у нас идет вниз, это вот сюда. Так, да, как-то так. Круто. Так, ну теперь берем переходничок наш. Приемную трубу. Берем переходничок такой вот. Тоже хром. Напоминаю. Также, что это у нас пластик. Единственное, что фланец у нас металл, а вот это все пластик. Также вставляем сюда. И закручиваем с внутренней стороны на один винт АП. Так, ну вот и все. Теперь берем вот эти концы трубок и вставляем вот сюда. Так, каждый конец аккуратненько. Хорошо, прям все зашли, прям здорово. Вот как-то так. Поставьте лайк, друзья. Ставьте, не жалейте. Так, а вот теперь наш фланец будем присоединять к правой головке блока цилиндров. Берем наш двигатель. Достаем из пакетика. Вот он, красавчик. Ох, шикарный-то какой. Чуть не упал. Шикарный какой. Ну вот за это, друзья, по-любому надо лайк ставить. По-любому. Так, теперь вот так вот перевернем двигатель. Аккуратненько. Так, теперь берем и вставляем вот сюда. Вот, отличненько. Так, ну и теперь закручиваем на три винта CM. Сюда один, второй и третий. Так, ну вот и все, дорогие друзья. Прикрутили. Ну, крутяк, да, получается? Прям круто, лайк. Лайк, друзья. Так, сейчас аккуратненько перевернем. Вот. Мощно. Мощно получается. Это вот сын балдеет. Башкой бьется от холодца. Вот он. Ох, красавец. Весь блестит. Ну и ты тоже.
Итак, дорогие друзья, теперь будем устанавливать наш суперский двигатель на собранную ранее часть шасси. Сейчас я секундочку достану. Так, ну вот посмотрите, друзья, какой он шасси. Мощные колеса прям с ладошку. Очень огромные, крутяцкие. Крутится. Так, берем шасси. Теперь устанавливаем двигатель. Так, аккуратненько. Так. Теперь передние части опор двигателя. Вот они у нас. Вот и вот. Передние части опор двигателя. Ну, нам нужно разместить в углублениях лонжеронов. То есть вот они у нас имеются углубления. Вот одно. Вот второе. Вот сюда. А задние на выступающих из лонжеронов креплениях. Так, то есть вот. Вот сюда вот получается. Вот сюда и вот сюда. Также штифт задней части коробки передач должен войти в отверстие, расположенное в углублении балки. То есть вот здесь. Сюда. Так, берем наш двигатель. А, нет, дорогие друзья, извиняюсь. Пардон, сори. Вот сюда должен войти. Вот сюда. Берем наш двигатель, устанавливаем. Эх, скользкий, скользит. Чуть-чуть неудобно. Аккуратненько. Наконец-то. Я очень долго этого ждал. Когда же мы будем двигатель наш устанавливать? Аккуратненько. Оп, с одной стороны. И... А, блин, друзья. Поднимаем. Оп, вот так вот. Все. Это пока уберем. Так, ну, как-то так, дорогие друзья. Круто. Лайк обязательно. Так, ну теперь получается здесь спереди нам нужно закрутить на два винта АМ. Сюда, соответственно, один, сюда второй. Два винта АМ. Так, ну все, друзья. В принципе, я и спереди, и сзади. Ну, то есть вот здесь вот. Здесь я сразу я тоже закрутил. Здесь. Так, и... Да. Вот здесь. Ну, все. Теперь аккуратненько переворачиваем. Аккуратно. Ох, как красиво получается. Трубы-то у нас как. И... Угу. И вот здесь вот. Сюда... Закручиваем также один винт АП. Так, ну вот и все, друзья. Такой вот у нас результат. Лайк. Однозначно. Так вот. Круто. Я довольно долго этого момента ждал, когда мы наконец будем наш двигатель собранный закручивать. Шасси. Ну, дождались. Круто. Очень круто смотрится. Ну да, вес такой прям приличный уже. Наверное, около килограмма где-то. Вес-то прям хорошо так весит.
Ну что ж, дорогие друзья, таким у нас получился выпуск номер 19. На данном изображении установленный на готовой части шасси двигатель с расположенными по обеим сторонам выпускными коллекторами получился. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Кому видео не понравилось, ставьте дизлайки. Лучше тогда дизлайки, конечно, не ставьте. Буду очень рад. Ну а с вами был канал Zippo и не только. Я хочу пожелать вам всем здоровья, удачи. Всем пока.